Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 39-й серии турецкого сериала «Клюквенный щербет». Ранее мы увидели, что Фатиху дали информацию, получив которую он не сможет оставаться в стороне. Парень обязательно что-то сделает. На лице Доги от этих слов Алиф появляется удивление. Омер говорит, что все закончено и лучше уже не будет. Кавелджим тяжело переживает расставание с мужчиной. Она не понимает, почему он решил расстаться. Ведь, как ей казалось, между ними все было очень хорошо. Ее сердце полнится болью от этой потери. Она совсем не знает, как залечить эту рану. При прощании мужчина говорит, что ему жаль. Кавелджим отвечает, что ей тоже очень жаль. Жаль, что она доверилась ему. Жаль, что она любила его и за все, что между ними было. Омер с горестью наблюдает за тем, как любимая женщина уходит. Но он считает, что так будет лучше для них обоих. Абдуллах говорит Нурсеме, что та меняется. Девушка не боится гнева отца. Говорит, что это действительно так, что она и правда меняется. Но меняется в хорошем смысле. Девушка собирается покинуть кабинет. Отец говорит, что они еще не закончили разговор. Повернувшись, Нурсема говорит ему, что она уже закончила. Алиф предлагает Рузьяру пожениться. Мужчина соглашается на это предложение. Когда она приходит к Абдуллаху, она рассказывает, что у нее сегодня праздник, ведь парень придет просить ее руки. Мужчину эти слова расстраивают. Когда он перерезает ленту между ней и Рюзгаром, на лице женщины видно замешательство. Фатих смотрит на Догу, продолжая стоять перед ней на одном колене. Он говорит девушке, что принимает ее совсем. Фатих просит у нее прощения и просит забыть обо всем. После чего он надевает на палец шокированной Доги кольцо. Премьера 39-й серии турецкого сериала «Клюквенный щербет» состоится 17 ноября. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.